Мой процент жира на данный момент чуть меньше 10, и я хочу снизить его примерно до 3, чтобы быть готовой для выступлений. Я очень довольна, я набрала неплохую массу, и уже неплохо видно прорисовку, при том, что я еще пока не села на диету. Еду, которую я ем, и методы моих тренировок имеют максимальную эффективность. Мне нужно знать, сколько точно калорий я употребляю в день, как много калорий в каждой порции, которую я ем. Для меня время приема пищи — это заправка моего организма. Рене Кэмпбелл, бодибилдер. 173 сантиметра. 89 килограмм. Меня зовут Рене, и я профессиональная женщина-бодибилдер. Когда я буду на сцене, судьи будут смотреть на каждую мышцу. Они хотят увидеть твое выступление, в каком ты состоянии, какой у тебя процент жира, насколько тонкая у тебя кожа, какая у тебя венозность. Они будут смотреть на твои пропорции, на симметрию твоего тела. And is your body in proportion, so they're looking for symmetry. Я начал заниматься, когда мне было 32. Я и мои друзья пришли поболеть за одного человека, который выступал на шоу. И когда женщины-тяжеловесы выстрелились на сцене, я мгновенно поняла, что это то, чем я хочу заниматься. Я прошла путь от человека, который весит 36 килограмм, к человеку, который весит 89 килограмм, плюс 53 килограмма. В день я употребляю примерно 4500 калорий, и эта цифра немного вырастет в течение года, когда я захочу накинуть немного массы. Так что, возможно, она достигнет 5000 калорий в день. Это за победу на любительском мировом турнире. За эту награду я получила свой профессиональный статус. Это очень ценится в мире бодибилдинга. Мне действительно удалось построить хорошую карьеру в бодибилдинге. И все это благодаря тяжелой упорной работе. Я правильно питалась и полностью отдавала себя подготовке. На данный момент у меня межсезонье, и я тренируюсь минимум 6 раз в неделю. Это мои друзья Сэм и Уилл, мои партнеры по тренировкам. Когда мы занимаемся вместе, мы не друзья, мы друзья после занятий. Во время тренировки мы очень серьезно подходим к этому и добавляем щепотку любви и ненависти в наши отношения. Я слышал, у Рене есть прозвище? Да, капитан Кэмпбелл. Почему я так называю? Потому что мы делаем все, что она говорит. Обычно я готовлю сразу на 2 недели вперед, и я называю это большой готовкой. Я беру 5 качанов капусты. У капусты очень качественные углеводы, необходимые для того, чтобы твой организм работал как часы. Можно мне, пожалуйста, 10 килограммов курицы? Куриные грудки? Да, куриные грудки. 10 килограмм? Да, 10. Окей. Очень удобно закупаться таким образом. Еда очень чистая, очень питательная. Это то, что тебе нужно для построения мышц и их отдыха. К тому же это легко и быстро готовится. Я беру 5 килограммов риса для моей большой готовки. Рис имеет очень качественные углеводы для бодибилдинга. Они медленно усваиваются, и рис это, что мы называем, чистой пищей. Неделю я ем 150 яиц. Вся моя еда хранится в морозильнике, но яйца я ем свежие, добавляя несколько яиц каждой порции. Я ем яичные белки, потому что они очень-очень хороший источник протеина. При этом там мало жиров. Разумеется, я не ем яичный желток, так как в нем много холестерина и жиров. Как долго ты питаешься подобным образом? Я ем подобным образом уже 6 лет. Это начало моего 7-го года. Это, конечно, надоедает. Но я больше это воспринимаю как топливо для своего тела, потому что я ем каждые 3 часа. В общем, все так и должно быть. Все эти питательные вещества нужны для роста твоих мышц. Нужно входить в этот режим как можно быстрее и эффективнее. Чтобы приготовить достаточно порции на 2 недели, нужно около 4 или 5 часов. Это отличный способ, потому что каждодневная готовка отнимает намного больше времени. В мой обычный день я сперва завтракаю, потом я ем эти 3 порции, богатые протеином, еще 2 после тренировки, вечером я готовлю что-то другое, более интересное,
И последний раз я ем перед сном еще одну порцию, приготовленную заранее. В Великобритании не так много профессиональных женщин-бодибилдерш. Я думаю, их около 3, может быть 4, кто на данный момент выступает. Для женщин это невероятно тяжелый спорт, даже для мужчин, но для женщин он еще тяжелее, во многом из-за природы женского тела. Да, для женщин намного тяжелее набрать мышечной массы, потому что у нас вырабатывается эстроген, так что тебе приходится работать даже усерднее большинства парней. Диета и тренировки стоят на первом месте. Я думаю, Рене лучшая бодибилдерша в Великобритании. Она готовится и тренируется на очень высоком уровне. Я очень горд за нее как друг. По своему опыту скажу, что добиться вершины было очень и очень тяжело. Ты должна быть готова жертвовать многими вещами. Я жертвую своим отдыхом на каникулах со своей семьей. Я жертвую празднованием моего дня рождения. В ходе уже многих лет я не проводила праздников со своими родными, потому что я соблюдаю режим для выступлений. Не состоять в отношениях – это тоже большая жертва, потому что мне нужно очень осторожно распоряжаться своим временем, и мне нужно посвящать все свое время, которое у меня есть, спорту. В общем, в каждом из этих мешочков у меня есть 130 грамм риса, 130 грамм курицы и 50 грамм капусты. Все это будет заморожено. Утром, когда мне нужно будет приготовить еду, я кладу содержимое мешочка в блендер, добавляя воду и взбивая до жидкого состояния, чтобы это можно было выпить. На вкус это как немного плохо приготовленный куриный суп. Но ты знаешь, я очень привык к этому вкусу. Он очень мягкий и немного пахнет, но это очень полезно. Ты должна спросить себя, зачем ты это делаешь? Я представляю себя на сцене, представляю оглашение результатов. Что же я хочу? Я хочу построить такое тело, которым я буду гордиться. Я получаю много мужского внимания. У меня много фанатов. Я постоянно получаю имейлы от мужчин, которые восхищаются мной. Парни постоянно свистят мне на улице. Или говорят, вау, ты знаешь, ты выглядишь очень классно. У тебя очень классные ноги или очень классная задница. Так что знаешь, бывают разные комментарии. Они абсолютно различаются. Я обожаю приходить в магазины Спортпита. Для меня они как магазины сладостей. Здесь огромный выбор, и тебе просто хочется все попробовать. Необходимый тебе продукт зависит от твоих целей. Для меня лично во время межсезонья подходит что-то вроде этого гейнера. Отличная вещь для набора хорошей мышечной массы. Во время моего подготовительного сезона я буду использовать что-то, где содержится поменьше углеводов. Вот такие небольшие различия могут колоссально повлиять на ваше развитие. Это мои утренние таблетки, это мои послетренировочные, и это мои таблетки перед сном. Это много таблеток за день, но каждая играет свою роль и принимается только в определенное время. Твое тело проходит через большой стресс, когда ты тренируешься на моем уровне. И это просто помогает тебе оставаться здоровым, насколько это возможно. Использование стероидов в бодибилдинге очень скользкая тема. Большинство атлетов не захотят вдаваться в подробности или вообще говорить об этом. Я думаю, каждый понимает, что такие вещи практикуются в спорте. И не только в бодибилдинге, в каждом спорте. Велосипедисты Tour de France, бегуны и спринтеры, все в этом замешаны. Вам разрешается использовать стероиды в определенной степени? Федерация, скорее всего, скажет нет.